Воу, что я за планета? Надеюсь, какие-нибудь еще планеты здесь будут спустя некоторое время. Оу, ты кто? Я планета какая-то, я тоже спустя еще не какое-то время. Ой, я не в тот космос залетел. Здорово всем, я спутник. Это ты странно похож на спутник, но ладно. Спустя еще время. Пацаны, я все-таки вернулся. О, круто. Так, да, пацаны, давайте скинемся по миллион. Интересно, где мы возьмем этот миллиончик? Я тоже не знаю. Ладно, короче, нам вот 1 рубль. Я полетел. Куда ты? Это кто сказал? Это я. Как-то странно. Ну ладно. Полетел. Спустя некоторое время. Что? Да. Жаль этих пацанов. Ну не знаю, мне что-то не жаль. Мы же планеты. Чё? Так нечестно. Чё? Мы поменялись телами. Ну, вообще-то нет. Просто мы поменялись местами. Ладно, я опять на это место. Это моё место. Нет, не... Спустя некоторое время. Ну вот он. Ну вот и славненько. Вообще-то я здесь. Да блин. Интересно, когда они вернутся? Говорит красная планета. Я не знаю. Говорит синяя планета. Да. Здорово. Чё? Я подгнал в это время. Ну да. Я вот сюда. Да. Короче, я полетел, говорит спутник. Нет, ты никуда не полетишь. Да. Ну, не знаю, не знаю. Я не хочу, чтобы у нас опять пропал спутник. Ты и так много раз уходил. Зачем тебе еще уходить? Вообще-то я уходил один раз по делам на Землю. Так и чё, лучше бы на мою планету. А чё ты такой вредный? Не, ну реально. Я тогда убираюсь из этого космоса. Да. Теперь нас трое. Ну, не знаю. Было круто с ним. Но мне скучно, если честно. Да чего мы здесь есть? Ладно, буду. Я ухожу. Мы остались вдвоем. Ладно, мне пора на землю. А ты пока здесь будь. А потом вернусь. Ну окей. Нет, 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 нет! Нет! Я не могу пропасть! Что это за черная бездна там летит? Воу, где я нахожусь? Я на одной из планет. Ладно, нужно здесь изучить все. Чё, ты кто? Объект обнаружен. Тебе нужно изучить. Пошёл нафиг!
Я сам буду это изучать. И никто мне не будет помогать. Поняли? Ладно. Я улетаю. Пацаны, где я был все это время? Мы не знаем. Но я что-то какую-то щекотку слышу и чувствовал. Что, реально? Ну, вообще, да. Короче, я в другое чуть-чуть место. Я тоже. Ну, куда, пацаны? Ладно. Чё? Чё, это про кого говорят? Короче, я ухожу. Что-то на мне темно. А мне нет. Подожди. Это солнце? Как это возможно? Ну вот так. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я в другом космосе. Это почему? Ты же солнце. Потому что я не хочу с вами быть. Это почему? Потому. Ладно, буду с вами. Только я буду вас обрыгивать. Ну ладно, окей. Ну, все как бы. Я улетаю. Пацаны, всем пока. Конец первой серии.